Всем привет, ребята мои! Маленькая аквариум на ферме. И так вот, сейчас будем запускать вместе с вами вот этих два аквариума. То есть не запускать, один уже запущен, только надо лифтик спаять. И второй установить на место, что-то там придумать и тоже залить водой. Ну и запустим какую-то рыбу. Посмотрим, конечно же, что, куда и как. И все это будем смотреть. Всем приятного просмотра. Хорошего дня, вот такого настроения. С вами Александр. Стоит сейчас вот сюда вот установить аэрлифт и сюда еще один аквариум. Немножко поработаем, где-то подсольем воды, чтобы заполнить вот этот. Не знаю, или успею сегодня какую-то рыбку запустить, но что-то будем пробовать. Также вот уже спаял вот такие вот аэрлифтики. Вот в эти баночки уже два про запас на следующие аквариумы, которые будут стоять вот здесь. Ну и приступаем сейчас к этому всему действию, а дальше уже посмотрим, что будем делать. Рыбка вот уже сыта, тернешка, вот смотрите, какое количество, я сам поражаюсь, конечно же, но это прикольненько. И вот уже вот смотрел вот так на вот этот малек, снежинку так сразу видать, она такая беленькая-беленькая. Ну, будем смотреть, как этот малек будет развиваться, но очень-очень он такой прикольненький. День снова подошел к концу, и вот два аквариума уже в рабочем состоянии. С аэрлифтами, вот так вот они там вот себе работают, и вода прогревается. Вот в этом, конечно же, хорошая вода, вот уже давно стоит, а вот этот прогревается. Немножечко конденсат есть. Ну и в скором времени будем запускать сюда рыбку, ребят. Также подготовил нерестовички 50 на 50 отстоянная и осмосная вода. Будем нерестить какую-то рыбку с вот этой вот таблицей. Конечно же, уже сроки подошли. Да, не вот так уже давным-давно, а зеленых надо много, потому что заказиков есть. Надо нерестить Данио, и скорее всего будем нерестить вот этих вот алых барбусов. Молоденьких, и увидим, будет какой-то результат с них или нет. Также надо садить на нерест сомиков золотистых, потому что они у меня закончились. Продал все почти. Есть у меня одна самочка вот здесь такая толстая-толстая-притолстая. И я хочу отдельно попарно попробовать их отнерестить. Но это будет в дальнейшем. Также у меня вот здесь плавала зеленая меченоска. Вот это вот. Она еще не с таким черным пятном. А вторую я отсадил вот сюда вот. Где-то она здесь запряталась. Установил сетку, набросал растений. И где-то она здесь есть с таким очень-очень черным пятнышком. Но посмотрим, будет рожать или нет. Но это все такое. Барбусы огненные, барбусы суматранские. И еще даже не поплыла скалерошка. Ну, все рыбки сыты. Также вот здесь вот тернеция молоденькая. Здесь все хорошо у малышей. И надо вот менять воду уже, но это будет не сегодня у тернеции. Но их здесь капец как много. Я даже не знаю, как они будут расти. Но пускай будут. В общем говоря, подменил воду. Отобрал чистую вот в этот вот аквариум для биологии. И вчера я смотрел, вот здесь вот плавало немножко упешек, немножко пицилии. Но сегодня я к этому мальку, пицилии совсем нету. Но 4 упешки я забросил сюда вот, к этим малышам. Ну это, конечно же, не результат совсем. Времени, конечно же, совсем мало, но работы предстоит очень много. По остальной рыбке тоже вот сомики крапчатые, такие уже большие, надо будет пробовать их нерестить. И барбус вишневый. Остался один самец.
Но где-то у меня затерялась, по-моему, самочка. Сейчас вместе с вами, ребят, и поищем ее. Она должна была быть... Вот она. Но что-то она какая-то маленькая. Одна только. Тоже надо вот этот вот аквариум освобождать, потому что рыбки здесь мало. И хотел вот с этого, с этой малинезии взять себе на племя. Пару парочек пускай будет. Но тоже некуда помещать. Предстоит в дальнейшем очень много переселений. Вот этот освободить аквариум. И... А почему я его хочу освободить? Потому что я хочу сюда поместить вот эту вот тернешку. Я не знаю, будет ли здесь хорошо или нет, но этот аквариум, по-моему, на 70 литров. А вот этот примерно 60, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, в принципе, он почти такой же. Но здесь она будет вся на виду, а там они такие просто длинные аквариумы. Ну и меченоска. Металась. Еще перед отъездом я ее отсадил, но она так и не родила. Пузо уменьшилось или нет, но вроде бы малька не видать совсем. Также вот гурамычи подрастают жемчужные и Данюшка. Зеленой совсем-совсем мало. Но надо, конечно же, было бы производ подменить. Обещал один мне человек чистые линии. Но не знаю, когда это будет. А чистая линия — это будет очень хорошо. И яркие, и кровинушка подмешается, конечно же. Но Данюшки у меня, ну, потихонечку-потихонечку уменьшается. Но сейчас, как говорят, не сезон. Лето, все отдыхают, и здесь совсем уже тоже почти ничего. Но как-то будем прорываться в это межсезонье. Также вот подрастает здесь зеленая Данюшка, но, ну, здесь всякое разное, но не листил я зеленую, по-моему, если я не ошибаюсь. Но это было уже давненько так, но подросла вот так вот. Тоже спасал ее сегодня, потому что вода помутнела и вся рыбка плавала вверху. А сейчас вот нормальненько плавает себе хорошенько. Также надо, я все говорю, а надо заводить какого-то хищника для того, чтобы отбраковочку убирать. Ее немножечко есть, не особо много, но немножко есть. И вот такая вот Данюшка леопардовая. Тоже надо на племя оставить парочку или две. И еще здесь затерялась как-то тернец. Я не знаю откуда и как она здесь попала. Сумика вон цитрусов почти всех разобрали. Здесь их было очень-очень много, но осталось совсем немножечко. И я вот смотрю, вот это желтая Данюшка, это самочка, надо ее тоже себе оставить. И вот так вот с таким количеством рыбы справляются вот только вот эти вот аэрлифты, вот тот и вон там в этом отсеке. И здесь рыбы, я бы сказал, совсем немало. Данюшки я здесь продал уже примерно штук 70, и анцитрусов тоже примерно штучек так под 150 с этого аквариума ушло. Ну и в дальнейшем надо будет заниматься, ребят, камушками, потому что камушки есть, а у меня руки не доходят промыть их. Вроде бы и недолго, но надо это сделать, потому что хочу вот этих убрать. В общем говоря, очень много чего я хочу. Надо себе купить губозакаточную машинку. Ну и неончики. Неончики, красавчики. Вот первый раз у меня неоны, которые я купил, и у меня не пропадают. Скорее всего, это осмосная вода. Я сюда время от времени подмениваю осмоса, подливаю. И вот так вот неончики себя чувствуют. Подскажите в комментариях,
если я их сразу же отсажу в осмосную воду, если им это очень сильно навредит или нет. Я в них не спец, но в скором времени будем тоже их нерестить. В общем говоря, завтра нерестов будет немало. То есть посадка на нерест. Сегодня как-то так. Вроде бы и снимать-то нечего, но работы сделала немало. За два дня навел порядки везде, уже никого не надо спасать. А смотрю по обстоятельствам, сразу воду меняю, то что-то там подчищаю. В общем говоря, на месте это вот так. И вся рыбка чувствует себя прекрасно. И день подошел к концу. С вами был Александр. Всем приятного дня. Вот такого настроения. Удачки. И пока.